Каждый тематический год особенный, но именно 2024 важен. Ведь он охватывает без исключения каждого из нас. Сделано это для защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. В Новоуральске в течение года пройдут различные тематические события. О некоторых из них шла речь на заседании комитета по подготовке и проведению мероприятий в нашем городе. Подробности в сюжете моей коллеги Анны Акрамовой. Семейные ценности в Новоуральске всегда были и остаются в приоритете. А в тематический год им уделяется особое внимание. Так, еще в феврале в Новоуральске в Доме культуры прошел праздник, посвященный открытию года семьи. В этот день знаком отличия «Совет да любовь» были награждены семьи, отметившие полувековой юбилей совместной жизни. А также прошло награждение династий и победителей всероссийского конкурса «Семья Росатом». И впереди горожан ждет еще много событий. На организационном комитете, посвященном году семьи, речь шла и о тематической выставке фотографий многодетных семей, представленных организацией «Много нас Новоуральск». Экспозиции разместили в публичной библиотеке. Мы по выставке планируем дополнить ее, сделать описание каждой семьи, уникальность подчеркнуть каждой семьи. И на День семьи, любви и верности в парке аттракционов пока думаем, как сделать так, чтобы под любую погоду это было. То есть либо это будут заламинированные фотографии, либо это какой-то вариант под навесом. Ну, то есть думаем как, пока продумываем, чтобы эта выставка у нас была красивой и презентабельна на открытии года семьи. 7 июля в нашей стране отметят красивый и нежный праздник – День любви, семьи и верности. В этот день пройдет много событий, а одним из них станет парад семей. На сегодняшний день уже более 20 пар заявили о своем желании участвовать в параде. Возглавлять парад планируется, что будут именно те, кто выходит там, женятся в этот день семьи. А мы уже за ними будем как второочередные, что ли, и будем как такая внегласная поддержка и тоже в красивых платьях. Как уточнили организаторы, в параде можно будет пройти вместе с детьми, без разницы, когда именно был зарегистрирован союз пары. Главное, чтобы семью объединяла любовь и желание принять участие в празднике. Программа будет насыщенной. Сейчас детали Дня любви, семьи и верности прорабатывают организаторы. В течение года новоуральцев ожидает много тематических мероприятий, которые обязательно попадут в объективы наших камер. И мы расскажем обо всех событиях в эфире Новоуральской вещательной компании. Самое главное, что семья – это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье, смех детей и забота старших, тыл и фундамент, на котором строится жизнь. Это опора общества. И сегодня именно семья стоит в приоритете государственной политики и обретает высокий нравственный смысл. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.